Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире «Вопрос недели», и мы продолжаем обсуждать актуальные для столицы Приамурья темы. Каким будет день города? Что можно будет увидеть? Куда сходить? Об этом сегодня поговорим с мэром Благовещенска Валентиной Калитой. Валентина Сергеевна, здравствуйте! Здравствуйте! Я думаю, что тема сегодня актуальная, поскольку осталось буквально несколько дней до главного дня рождения общего у всех благовещенцев – это День города. А в этом году он проходит под знаковыми юбилеями, когда Амурской области исполняется 160 лет и когда нашей пограничной службе исполняется 100 лет. И мы уже на протяжении двух последних лет меняем формат проведения этих праздничных мероприятий. И если раньше инициатива была, можно сказать, административной, и мы предлагали горожанам, что и как будет проходить в День города, сегодня инициатива благовещенцев в этом вопросе настолько интересна, столько интересных предложений, что первая акция «Гуляние на Большой» получает свое продолжение, и в этом году она будет реализовываться на набережной, поскольку мы сказали, главная тема – это Благовещенск, город пограничный. И 27 мая уже пройдут первые мероприятия, связанные с этим событием. Вся наша набережная будет конкретно определена интерактивными зонами, точками, которые будут говорить о нашем столетии города пограничного. Конечно же, будет парад кораблей, конечно же, будет экскурсия, впервые экскурсия будет на пограничный корабль. Будет много интерактивных зон, которые будут рассказывать не только об истории нашей пограничной службы, но и о сегодняшнем дне. Но, конечно же, не обойдемся мы и без традиционной кухни. Одним из пунктов у нас будет и военный госпиталь, который будет не только как интерактивная точка, рассказывающая о том, что такое сегодня госпиталь, но и это будет то место, где по необходимости он может работать напрямую. Это вот такой большой знаковый день, где пограничники будут его начинать со своим прохождением войск, с возложением цветов, но он будет такой красочный, яркий, проходить на нашей набережной 27 числа. Столетие погранслужбы даст старт празднованию дня рождения города. И продлится, я насколько знаю, целую неделю будем праздновать. Праздники уже идут, поскольку идут мероприятия, связанные с этим событием и в наших библиотеках, и на наших площадках творческих. 1 числа у нас традиционно будет праздничный концерт ко дню города в общественно-культурном центре, а 2 числа, именно в день нашего рождения города, мы отдадим дань уважения нашим первопроходцам, которые основали город. Естественно, мы придем к их памятникам с цветами. День начнется тоже необычно. Я просто еще раз хочу подчеркнуть, что фактически инициатива благовещенцев, мы ее поддержали. У нас день города 2 числа начнется с 6 утра. Впервые в истории города Благовещенска Амурской области будет такой марафон. А марафон, мы знаем, это 42 километра 195 метров. И марафон начнется вверх Благовещенске. И имя этому марафону будет «Бег к мечте». Место вверх Благовещенска всем знакомо и понятно. Первопоселенцы начинали с освоения реки Амур именно с этой точки. И вот инициативные жители сказали, что мы начнем отсюда этот день. И в 6 часов утра первые марафонцы начнут стартовать именно оттуда. Мы предполагаем, что самые подготовленные завершат в течение 2,5-3 часов на площади Ленина. Ну, а те, кто будут бороться, и я думаю, что мужественно все-таки завершат эстафету, то есть мы предполагаем, что это может продлиться до 6 часов. Поэтому сразу хотела бы предупредить благовещенцев, что улица Ленина в этот день будет перекрыта, и движение по этой улице будет ограничено до обеда. А уже с обеда начнутся традиционные мероприятия на площади. Это тоже инициатива горожан, которые высказались за то, что в городе Благовещенске есть свои чудеса. И таких чудес назвали 7. И вот эти все 7 чудес Благовещенска в День города будут представлены на площади Ленина. Там будут и динозавры, там будет и наш драматический театр, здесь будет звучать имя города Благовещенска, здесь будут мастер-классы и фотозоны, связанные с именем ровесников нашего знаменитого ансамбля, здесь будут
еще другие яркие точки, где жители города смогут познакомиться с особенностями и архитектуры города, потому что дом Чурина является тоже одним из чудес города Благовещенска. И в этот день у нас будет большой праздничный концерт на площади, который завершится выступлением наших гостей. Это тот подарок, который нам Александр Александрович Козлов делал всегда традиционно на день рождения города. В этом году, мы знаем, это приедет наш ансамбль «Кармен», который исполнит свои песни, и завершится традиционным праздничным фейерверком. Важно то, что жители будут и одни будут смотреть, другие будут гулять, третьи будут участвовать, но практически очень много жителей сами будут это все реализовывать. Организовывать, реализовывать, потому что это была идея их, это была их мечта. Валентина Сергеевна, но есть еще же традиционное шествие. Будет ли в этот раз? Вот этот вопрос задают многие телезрители. Мы определились, что шествие – это очень торжественно, важно. И нужно, наверное, на каждое шествие выходить с чем-то, с чем ты можешь пройти по улицам города. А для этого, наверное, нужно время. Для того, чтобы тот или иной коллектив что-то накопил, что-то приобрел, что-то сделал дополнительно. И было принято решение, что мы шествие будем проводить в юбилейные даты города. То есть вот через каждые 5 лет. Поэтому у нас еще есть время для подготовки к таким шествиям. Поскольку всем запомнилось шествие, связанное со 160-летием города, это была действительно хорошая подготовка, это была хорошая идея, когда каждый коллектив шел в своем времени, времени своего основания. И это позволило всем взглянуть на историю предприятия, учреждения, организации, в которой они сейчас находятся, вот с позиции, а что было, почему так и что стало сегодня. Поэтому нужно время. Где можно узнать информацию вот четко, подробно? Есть ли какие-то списки, графики? Конечно, списки такие есть, графики размещены, есть на сайте администрации все это. Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить тех благовещенцев, которые не остаются в стороне от жизни города, а сами принимают, не только принимают самое активное участие в его жизни, но и делают нашу жизнь ярче, интереснее, а город Благовещенск делают более знаковым, звучащим и дающим возможность узнать о себе, о нашем городе, имеется в виду, как можно большему количеству жителей России. Валентина Сергеевна, спасибо за полный, яркий и обстоятельный ответ. А нашим телезрителям я напоминаю, что задать свой вопрос городским властям может каждый на аккаунте администрации Благовещенска в Инстаграм, написав письмо по электронной почте в телекомпанию «Город» или просто позвонив нам по телефону. Это был «Вопрос недели». Всего вам доброго и до встречи.